Ой, он какой, он молодец, он любит фотографироваться. Наверное, будет он у нас моделью. Да, согласен. Конечно, согласен, скажи, кто против. Давай вот так поздороваемся. Ему надо. Ну, конечно, скажешь, что дай ему пошупать. Как звезда, нужно, конечно, потрогать. Какая мака, видала, как круто. Красивая, круто, да? Да, супер. Видишь, как? Ну ты еще маленький, не удержишь, он тяжелый. Это только этот здоровый дядя может держать его, да? Да. Да? Да, отдай. Да, лучше на тебе вот трактор. Твой любимый. Трактор. Не хочешь трактор? На, о, смотри, да, что я скажи, какая прелесть. Скажи, спасибо большое. Ты обязательно должен попробовать вот этот шоколад. Шоколад. Вот тот шоколад точно. Ура, да, немного. Да, я полезла и не было. Скажи, какая вкусняшка. Смотри. Такую маленькую. Видишь, да, красота такая, да? Зайка. Ну, здорово. Яблочко. Ух ты! Это уже, наверное, выздоровели, да? Или еще болели? В процессе, да? И что вы там пишете? Кому вы письма пишете? А? Рисуете? Ну что ж ты там рисуешь? Ты какую-то математику уже, деньги, наверное, считаешь, да? Нет. Нет? Ну все в школе учитесь? Да. Я же на подготовку. Вот вам. Подарки ваши. Сладкое любите? Да. Все. Значит, вот вам сладкое. Смотрите, если врач разрешит, то употребляйте. По чуть-чуть. Да. Здоровья вам. Спасибо. Не болейте больше. Спортом занимайтесь, не будете болеть. Хорошо. Гимнастику каждое утро делаю.